Мы русские дружим с кем хотим. Хочешь подружиться, признай наш Крым. Кто нас не любит, мы вас не слышим. Но как вы от холода в ладошки не дышим. Политика Запада — это ерунда. Дружить с нами нет, но за нефть и газ да. Мы не только этим богатая страна. Сходи, убедись на ВДНХ. Россия даст ответ на европейский хит. С Европой обсуждать что-то смысла нет. Танцуют для Америки под звон монет. Пока Байден руку жмет тому, кого нет. А вот наши друзья не за деньги, да. Белорусы, конечно, это навсегда. Пекин с Астаной, они тоже да. Но а Стамбул? То нет, то да. За русских, да, 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 да. За Россию, да, да, да. За русских, да. За наших, да, 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 да. За Россию, да, 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 да. Русские в Дубае тоже отдыхают. От этого в мире сильно погорает. Запад что-то пышется и изобретает. А Россия их санкции не замечает. Пусть не забывают, кто тут президент. Это Байден забывает, что он президент. Отпустите отдыхать уже пенсионера. На его место изберем миллиардера. Эту шапочку в душ купил. Магните по акции грош купил. Таблет и ватори снуш запил. Может, Кеннеди уж убил. Хочу передать корейцам привет. Ким Чен Ыну, да, даже корейке нет. За русских, да, 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 да. За Россию, да, да, да. За русских, да. За наших, да, 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 да. За Россию, да, для России, для наших, да. За Россию, да. Ставь лайки, да. За Россию, да. Ставь. Репости.